Месть будет жестокой. Умрут все, кроме двоих. Иди туда, иди сюда. Надоело. Конечно. Иди туда, иди сюда. Надоело. Вот точно. Не заблужусь. Препятствие непреодолимо. Эх, кристалл телепортации бы сюда. Иди туда, иди сюда. Надоело. Эх, кристалл телепортации бы сюда. Запишем по графе трофей. Кто-то уходит, кто-то остается. Договор. Как бы не сломать. Как приятно, надо просто прогуляться. Уже иду. Понятно, сейчас. Да. Какой все-таки бесчувственный чурбан этот Кир? Совершенно не замечает. Понятно. Скрылся, ну и ладно. Устал уже. Уже иду. Точно. Беги, пока не поздно. Все в порядке. Как приятно, иногда просто прогуляться. Понятно. Точно. Вообще-то, ночью надо заниматься совсем другими делами. Потеряли меня? Это неслыханно! Зинь, вы понимаете, что натворили? Из-за убийства начальника тюрьмы весь гарнизон поднят на ноги. Солдаты обыскивают все дома, и они придут ко мне, ко мне! Они смогут разрушить и разграбить мою коллекцию. Риндейл. Я не мог предотвратить убийство. Я сделал все, что мог. Мальчик мой, я верю тебе. Но тебе нельзя здесь больше находиться. Я не могу рисковать своей коллекцией. Ты меня прогоняешь? Придется смириться. И куда же мне идти? Кругом солдаты. Если ты спросишь меня, то я скажу, где ты можешь спрятаться от солдат. В последнем укрытии. Я отведу тебя туда и Кель. Надеюсь, что это последнее укрытие не станет моим последним пристанищем. Иди, мальчик мой, и не делай больше глупостей. А когда все уляжется, можешь возвращаться. Что касается данного задания, это второй геморройный квест для нашей пятерки. Чтобы его сделать, надо заранее уничтожить всех врагов на пути следования. В противном случае проводница умрет. Но есть еще одна хитрость. Если проводницу ранят в ногу, она будет ползти как черепаха, и у вас будет время уничтожить противника на ее пути. Понятно. Точно. Уже иду. Иди туда, иди сюда. Надоело. Уже иду. Были бы у меня крылья, тогда да. Эх, не стал телепортацией сюда. Потеряли меня? Идем, что ли?
Я здесь. Так приятно, иногда просто прогуляться. К сожалению. Да? Только из любопытства. Как приятно, иногда просто прогуляться. Сейчас, сейчас. Приятно, иногда просто прогуляться. Кто-то уходит, кто-то остается. Такова жизнь. Готово. Понятно. Нет прямого пути. Надо идти в обход. Точно. Как приятно, иногда просто прогуляться. Не заблужусь! Не заблужусь! Иди туда, иди сюда! Надоело! Не заблужусь! Точно! Иди, пока не поздно. Потеряли меня? Ну ладно. Конечно. Конечно, препятствие непреодолимо. Готово.
приятно. Иногда просто прогуляться. Твои соболезны. Уже иду. Точно. Не заблужусь. Точно. Иди туда, иди сюда. Надоело. Главное не волноваться. Я тут. Да? Хатуль, приютишь ли ты нас с друзьями у себя на время? Или скажешь, что мы опасны для твоего укрытия? Алия, ты поступила невозможно. Слишком опрометчиво, придя сюда в то время, как тебя ищут. Да еще и привела к нам чужаков. Ты же знаешь, что за нашу поимку назначена высокая награда. Ты ни каплю не изменился. Я могу поручиться за своих друзей. Они спасли меня из тюрьмы. Или это ничего для тебя не значит? Ради шанса обнаружить последнее укрытие, власти могли выпустить и ни одного вора из тюрьмы. Не следует слепо верить даже тому, что кажется очевидным. Брат Хатуль, позволь мне вмешаться. Ты можешь мне не доверять, но я готов поклясться чем угодно, что не являюсь ничьим шпионом. Ну, хочешь, устрой мне испытание. Ну, что ты на это скажешь, Хатуль? Сможешь подобрать для нее достойное испытание? Или даже это побоишься сделать? Алия, ты путаешь трусость с осторожностью. Великие силы не помогали бы нам, если бы мы сами о себе не заботились. Я придумаю для чужаков достойное испытание. Невозможно. Приветствую тебя, кузнец. Жарко ли горит огонь в твоих печах? Приятно встретить человека твоей профессии, особенно тогда, когда нуждаешься в его услугах. Да помогут и тебе великие силы, чужой человек. Я-то хоть и кузнец здесь, и мастерством своим горжусь, но для тебя ничего делать не буду. А что так? Или ты боишься, что я заплачу тебе фальшивыми монетами? Дело не в этом. Пока ты здесь человек чужой, тебя для нас словно нет. А вот когда ты станешь одним из нас, вот тогда каждый тебе будет рад помочь. И эх, я помогу. Спина побаливает. Зелье – вещь полезная. Полезный пузырь. Брат Хатуль, это расскажи мне, пожалуйста, какое испытание меня ждет? Конечно, незнакомец. Недавно произошло важное событие. Гонец вез наместнику императора императорский перстень печать, но подвергся нападению циклопа, который живет неподалеку. И вот теперь перстень попал к нему. Если ты сможешь достать для нас этот перстень, то окажешь для укрытия огромную услугу и покажешь нам, что мы тебе можем доверять. А ты не боишься, что я заберу перстень себе и скроюсь с ним? Или, если я шпион, отнесу его наместнику? Нет, не боюсь. Если тебе надо убежище, то ты вернешься к нам, выбора у тебя нет. А если, завладев перстнем, ты пойдешь к властям, тебя ждет страшная смерть за то, что ты посмел прикоснуться к перстню. Тем более, если ты верный слуга Хадагана. А теперь иди и возвращайся с перстнем. Это выше моих сил.